Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Томас Шаллер родился 17 января 1667 года на американском Среднем Западе, где на ферме и прошло его детство. После окончания средней школы Томас поступил на факультет архитектуры Государственного университета штата Огайо. Именно во время обучения в университете молодой художник познакомился с акварелью. После окончания университета уехал во Францию и поступил в Парижскую школу изящных искусств. В 1980-м вернулся обратно в США и 5 лет работал в архитектурной фирме в Бостоне, пока не получил лицензию архитектора. С этого момента Томас Шаллер несколько лет работал над визуализацией архитектурных проектов для известных американских архитекторов. В этот период Томас написал несколько свободных архитектурных акварелей по городам США, Великобритании, Греции, Италии и Юго-Восточной Азии, которые очень понравились публике. Большую часть своей жизни он прожил в Нью-Йорке. Всегда хотел быть художником и любил акварель. Художник говорит, что черпает вдохновение в окружающем мире, в городских ландшафтах и нетронутой природе их столкновений. Том много путешествует по миру, накопил много впечатлений. В одном из интервью художник рассказал, что, создавая картину с натуры, он часто дополняет ее, извлекая из памяти определенные образы и связанные с ними эмоции. Талантливый чертежник уделяет большое внимание рисунку, любит сам процесс, однако значение набросков и перспективы с композицией теперь считает вторичными, стараясь все больше и больше работать кистью и значительно меньше полагаться на карандаш базовых эскизов. Выступал с лекциями об истории архитектурной акварели и часто давал мастер-классы по акварели. Призывает экспериментировать с цветом, композицией и атмосферными эффектами. Его акварели отбирались для престижных крупных выставок, включая American Master Exhibition в Нью-Йорке. Является членом Калифорнийского художественного клуба. Почетный президент Американского общества иллюстраторов архитектуры. Состоит в группе североамериканских акварелистов. Имеет различные премии. 2005 года работает исключительно как свободный художник. Создает собственные книги по теории акварели. Много путешествует по миру. Ну, вот так вот вкратце о американском художнике Томасе Шаллере. Данные я взял из интернета. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.